Так, приготовила такую матча латте. Вот так оно выглядит. Вот такая вот. Ну, короче, по вкусу ваниль чувствуется. Чуть-чуть банан, но больше ваниль. Горький, горьковатый вкус есть. Ну, типа как кофе, да, это же типа латте. Ну, мне не нравится. Горечь это, конечно. Ну, вообще такой специфический вкус. Не знаю. Вот так ложечкой его пробую. Пробую ложечкой. И не знаю, что вам сказать. Фигня. Не знаю. Ладно. Не мое. В ларьках точно покупать чистую матчу не буду. Ничего вкусного в ней не вижу. Надо почитать, кстати, полезности. Вот, кстати, маникюр еще не сделала. Вот, ну, если разве что оно очень полезно. Ну, короче, такое. Ну, попробовать можно было. Она была по 8 гривен. В АТБ. В черном мы покупали на Петровке, если что. Если кому надо, то там есть.